условно, все у него в порядке. Ему просто нужно, для того, чтобы ему взлететь, ему нужен этот простор. Покажи лицо птицы. Ого. Кто это, да? Это какой-то зверь. Лиз, пойдем его на улицу вынесем. Я боюсь его отсюда бросать, потому что если он действительно травмирован, то он просто упадет и разобьется. Скажи, что происходит. Мы несем спасать птицу. Да, у нас на балкон птица появилась. Теперь мы ее спускаем, потому что мы боимся, что у нее одно крыло сломано. Вот так. Видите? Какая миленькая она. Хищник. Смотри, как он сам на себя смотрит. Смотри, как голова поворачивается. Он думает, что там враг в зеркале. Идем. Вот там. Ничего не видно. Мы посередине ночи несем птицу. Спасаем мир. Вот так. Вот там она почувствует, как дом. Ну, лети. Я же сказал, полетела. Куда? Где она?